Не будите девочку. Стоп, тут стоит страшный Джефф-убийца и хочет ее убить. Поставь лайк, подпишись на канал за 3 секунды, и тогда Джефф-убийца не сможет зайти в дом. Мы спасли девочку! Джефф-убийца не может пройти, потому что здесь стоит блок! Ставь лайк, если ты про, а с вами Найсик Бро в Майнкрафте на версии 1.12.2. В этом видео я проверю Сид Смайл Дога. Это страшная крипипаста, это собака Джеффа-убийца, и вообще, мне кажется, это одна из самых страшных крипипаст и популярных. И, в общем-то, название у нас будет Смайл... Нет, улыбаюсь... Нет, давайте Смайл Дог все-таки. Смайл Дог на русском здесь, а вот ключ для генератора мира, это уже обязательно. Здесь надо написать Смайл Дог. Вот так, и это получится очень страшный сид. Читы вырубаем, выживание врубаем, читы вырубаем и создаем новый мир. Только, да, все, создаем. Чун-чун-чун, вот мы и появились. Ну, как бы, Майнкрафт. Обычный Майнкрафт. О, железа сразу куча. Слушайте, каньон — это неплохо. Видите, сколько там реально железа. Это просто жесть. Повезло, повезло, я вам скажу. И у нас даже тут спуск есть. И даже, кажется, целая лава у нас будет, чтобы быстро в ад попасть. Но нам, наверное, это не нужно. И реально, посмотрите, все, мы как бы сразу можем нормально спуститься в каньон. Только там что такое? А, там ничего особенного. Ну, окей. Что нам делать-то тут надо? Просто как бы выживаем. Да? Почему бы и нет? Сначала мы, короче, добудем дерево. Потом что мы будем делать? Я даже не особо еще пока не представляю, что мы будем делать. Ну, ща придумаем что-нибудь. Главное сейчас хотя бы скрафтить то, что нам нужно для начала. И потом уже посмотрим. Тюн-тюн. Тюн-тюн. Кирка готова. Да-да-да-да-да. Итак, что можно сделать? Надо для начала как бы убить коров. Не будем трогать никого, не будем трогать. Просто спускаемся вниз. Здесь сразу же добываем уголь по фастику. Просто все делаем. Блин, а как туда забраться? Сейчас что-нибудь придумаю. Вот так. И в принципе нормально. У нас есть один уголь. А это значит, то, что мы можем уже как бы переплавить железо. Но для начала надо... Блин, надо было верстак сюда затащить. Чё ж я тупанул? Ну ладно, сейчас ходим наверх быстренько. Ничего сложного, в принципе. Конечно, по воде забираться это не очень приятно. Слишком долго. Ну чё ж поделать. Это классно, что у нас прям тут каньон появился. Это прям вообще повезло. Кайф. Ну и в принципе... Осторожно. Так, а где мой верстак? А, вон там. Блин, далековато, конечно. Но чё не поделаешь ради того, чтобы нормально выжить на сиде. Все, верстак забираем с собой. Потом спускаемся вниз. И чё-то там уже начинаем варганить. Тынь-тынь-тынь. Жарим пироги. Опа! Сюда. Все, у нас здесь рядом прям верстак под рукой. А это значит, что мы уже мажорчики. Уже много чего себе позволить можем. Не последние люди в этом мире. Ну и как бы осторожно. Я боюсь, что подо мной лава будет даже через один блок. То есть я скопаю вниз, и уже лава как бы. Такая боязнь у меня. Боязнь нубика. Ну и в общем-то мы накопали уже сколько? Офигеть! Вы представляете, сколько железа мы накопали? Вы представляете, вы видите, да? Это реально 13 уже. Ну в общем-то реально неплохо. Я даже доволен. Так, сразу же железо плавим. Идем туда еще. Немножечко добудем побольше железа. Ибо его тут очень много. Надо все добыть обязательно. Я обожаю просто так выживать. И я думаю, кстати... А что если... Если мы ничего не сделаем? Если мы упадем в лаву и просто погибнем? Это же все, это конец сида. А может и нет? А кто знает? Я хочу именно в ад спуститься, мне кажется, что там что-то будет. Вот Смайл Дог, он такой красный, ну, представьте, прям с адом ассоциируется. Ну, я думаю, вы тоже так думаете, что в аду что-то произойдет. Просто тут я пока ничего не вижу, а он может уже на меня где-то наверху смотреть. Такое тоже вполне вероятно. Так что наблюдайте, ребят.
Обязательно смотрите по сторонам. Все может быть. Блин. Зачем я сейчас нагнал на вас панику? Теперь как-то стрёмно, а вдруг он реально где-то наверху стоит? Пипец. Надо же было сказать. Да и ладно, на самом деле, для чего мы здесь все собрались? Чтобы бояться, чтобы пугаться. Так, значит, мы уже можем себе сделать ведро. А это значит, что мы можем сейчас сделать себе... Только, а хватит ли у нас лавы? Только что-то она вообще не берется. Повыше станем. Вот здесь вот где-то источник, вот он. Окей, и давайте прям тут. Прям тут, наверное, создать можно. Хотя, не, сейчас посмотрим, может, наверху что есть. А то как-то жалко сейчас ведро лавы просто терять в никуда. Или в куда? Задумайтесь, ребят. Или ты. Вот лично ты задумайся. Что вообще происходит? Блин. Я что-то долго поднимаюсь, меня это немножечко раздражает. Есть ли где-нибудь здесь источник лавы? Прям большой. Мне кажется, что нигде нет. Пока что я не вижу. Я вижу только вот эту вот одну лаву, которая породила миллион лавы. И как бы, ну тут особо-таки не наживешься ею. Придется копать шахту. Ой-ой-ой-ой, осторожно, Найсик, ты что творишь? У тебя же воды под ногами нет. Только одна лава, как бы. Ну тогда подкопаем вниз все-таки. Придется делать кирку и факелы. Ну сейчас намутим, ничего сложного. Кирка нужна, да? И факел. Факелы, факелы, факелы. Сюда две штуки гони. Печка, блин. И все. А в принципе достаточно этих факелов. А теперь просто спускаемся вниз и ищем что-нибудь стрёмное на этом сиде. Ибо мы на смайлдог охотимся. И мы можем его встретить как в шахте, так и в аду. Но я все-таки рассчитываю на ад. Я 100% туда должен за это видео попасть. Поэтому даже, возможно, я буду нарезать. Потому что я до ада добираться буду долго. А смотреть просто, как я очень долго добираюсь до ада, это неинтересно. Я уже хочу каких-то монстров. Что-нибудь очень жуткое. Хотя, не знаю, может, вам и нравится, как я выживаю, все-таки смотреть. Но, думаю, у меня каждое видео, где я выживаю, вот сид. Хотя все смотрят, всем нравится, прикольно. Ну, значит, все любят выживание. Ну, в принципе, да, Майнкрафт, он реально красивый. Интересно смотреть, как выживает даже кто-то. Я вообще залипаю на Майнкрафт. Реально. Еще железо. Куда нам так много? Какая высота уже? 35-я. Капец просто. Что происходит? Так, 32-я высота. Кстати, быстро мы спустились. Но пока что нам не надо спускаться в самый низ. Ибо мы печку не забрали. Она нам нужна еще. Ну все, мы точно из шахты не будем вылазить. Просто пойдем сразу вниз. Без еды, без всего. Как-нибудь выживем. Окей. Блин, в аду, кстати, на новых версиях, как бы, еды просто в достатке. Всегда ты будешь, как бы, сыт. И это как бы круто. А здесь такого нет. То есть в аду я не смогу нажить все еды. Я могу нажить только врагов там, и все. Ну ладно, сейчас как-нибудь мы точно должны все сделать грамотно. Копать под себя, ребят, я обожаю. Я сейчас упаду в лаву, рисковать не стоит. Реально не стоит рисковать так. Будем в два блока копать просто. А то мне еще пишут, да ты дурак, зачем ты под себя копаешь? Ну хочется мне, друзья, ну просто, ну реально, ну я хочу. Копать под себя, это прикольно. Прикольно и рисково. Так, это уже 12-я высота. А может, мы алмазы найдем? Не, алмазы, спасибо. Алмазы мне как раз вообще абсолютно не нужны сейчас. Как бы, если я их найду, это будет бред. Но давайте копать вперед и просто искать источник лавы и воды вместе. Сейчас как-нибудь мы накопаем вперед. В принципе, не так уж и долго мы будем это все делать, мне кажется. Копать шахту прикольно. О, кстати, золото. Ну, золото это круто. Золото это хорошо всегда. Теперь у нас... 10 золота. Неплохо, неплохо, скажу я вам на самом-то деле. Ну и теперь можно просто копать вперед. Надеюсь, нам факелов хватит. Ну, должно хватить, в принципе. А, и угля у нас теперь в достатке. У нас только палок может не хватить на кучу угля. Но это не беда. Ладно, беда. Блин, теперь еще плохая проблема у нас. Я, кстати, воды пока не слышу. Даже надо погромче звуки сделать. Не, не слышу ничего, но мне кажется, не слишком ли громко, поэтому поставим 50, сойдет. Так, чисто внимательно слушаем звуки, ребят.
Услышим лаву? Не, ничего не слышу. Вообще нигде. Печально, печально. Нам нужна лава. Ну где ж ты, лава золотая? Пахнешь ароматом чая. Чаша золотая. Блин, да достала эта шахта. Ненавижу шахту уже копать, надоело. Просто буду вперед, короче, копать. Может, что найду. Я еще думаю скрафтить нагрудник. Все-таки полезная вещь. И просто фигарим вперед дальше. У нас уже вторая кирка есть. Пока реально не слышу ни одного водяного звука. Надо сделать факелов побольше. Мне все кажется, что словно кто-то мне шепчет на ухо. Или мне кажется. Такое чувство, знаете. Капец. Ладно, хотя бы звуки опыта, они приглушают это все дело. Не, мне показалось, мне кажется, да? Надеюсь, что показалось, ибо себя пугать не очень хочется. Сложим эти факелы. Блин, вообще не везет, ребят. Еще ни одного звука. Какой-нибудь шахты. Я слышу лаву. Вот она, есть. Повезло. Наконец-то мы нашли лаву. Ой-ой-ой-ой-ой! Я упал! Что происходит? Ой, стой. Что произошло? Я что-то не особо понял. Какого фига я в аду появился? И что мне тут делать? What the fuck? Это каким вообще образом? Что происходит? Я же в нормальном мире был. Чё? Чего вообще? Чего? Чида? Чида? Чине? Я не понимаю, каким образом я в аду появился. Чё происходит? Вот а... Офигеть! Еще и замок под ногами, представляете? Что это такое? Я просто не понимаю. Это просто фортуна, ребят. Ну как бы ад это неплохо, но только без вещей сюда идти это самоубийство. Это полное просто самоубийство. Чё мне делать вообще тут? Без всего. Блин, испугал. Блин, еще не наткнуться бы на иссушителей, иссушенных скелетов. Вот это уже неплохо, ребят. Нагрудник у нас появился. Неплохо, неплохо. А еще что дадите мне? Что-нибудь годное дайте мне? Свинка, слышь. Такая хрипит. Эй, что происходит? Почему я вообще в аду? Я же не прыгал в портал. Ой, отстань, чувак. Чувак, не до тебя. Постреляй и уходи. Ой, осторожно, не надо, все, успокойся. Я ухожу. Все нормально? Блин, какие пугающие звуки. Я снова слышу шепот какой-то. Или мне... Может, шиза мне это шепчет? Даже не знаю. Блин, короче, я походил по этому замку, я ничего не нашел. Я тут вот этот сундук снова нашел. Блин, это как-то странно. Ничего абсолютно нет на этом сиде. Может, тут что есть? Приветики. Чё за скучный вообще сид? Ни хрен... На, нет. Ну как? Здесь все разрушено. Взорвано. Может, кто-то до меня здесь побывал? Ладно, я возвращаю свои обратно слова. Чё-то тут неладное. Это ненормально. Смотри, тут пропаркурить даже можно как-то. Ну не, фигушки, дальше не пройдешь. Конечно, это пипец какой-то. Тогда вот сюда пойдем. Здесь тоже ничего нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, спокойно, спокойно. Стоп. Опа-на. А это что у нас такое? Что это за шум снова у меня тут? Кто-то говорит. Подойди ко мне. Тебе подойти? Зачем? Может, не стоит? Я, так сказать, пошел? Ладно, я подойду. Или не стоит? Это смайлдог. Видите, да? Это 100% он. И он прямо на меня смотрит. Меня ненавидит. Так. Привет. Блин, ладно, не буду писать ничего. Просто подойдем.
Ой, тихо, 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 надо бежать. Капец, ой-ой-ой-ой. Капец, где я снова появился, блин? Просто пипец какой-то. Чё с этим Сидом не так-то, я вообще не пойму. Блин, надо сваливать отсюда. Ой-ой-ой-ой, это он. Стоп, или мне показалось. Это он там стоит. Чё он там делает? Капец. Это самый просто непонятный для меня Сид. Я впервые такую хрень вообще в Майнкрафте вижу. Почему я был в аду? Теперь я вообще фиг пойми где. Я попался на какую-то ловушку, подойти к нему. Чё происходит вообще? Я даже не знаю, что мне дальше делать. Может просто свалить с этого Сида, ребят? Просто пугающий Сид. Ох. Ладно, ребят, пишите комментарии, какие еще Сиды проверить. Это какой-то вообще непонятный Сид. Я реально не понимаю, что происходит. Ну, в общем, вот мы увидели Смайл Дога. Это просто пипец. Пишите в комментариях, какие Сиды еще проверить. С вами был Найсик Бро. Не теряйте.